Радио Минск запускает новый проект «Районы за главными», посвященный актуальным проблемам всех районов столицы. В партнерстве с Минским городским исполнительным комитетом, администрациями районов и агентством «Минск Новости» обсуждают актуальные темы и отвечают на народные вопросы, которые также являются характерными для всех районов, как ЖКХ, застройка, благоустройство зеленых зон и подготовка к новому учебному году. Мы реализуем и поручение главы государства, которое прозвучало на форуме медиасообщества Беларуси в Могилеве, когда президент сказал, что люди ответственные на разных позициях должны активно сотрудничать с журналистским сообществом и отвечать на те самые злободневные вопросы, которые волнуют людей, так называемые вопросы шаговой доступности. Среди них, среди этих вопросов нет проходных, потому что они важны для людей. И на это акцентировал внимание президент. Но могу сказать, что и с нашим учредителем, Минским городским исполнительным комитетом, мы такую работу ведем. Это не первый проект, где у нас главы администрации участвуют в качестве основных спикеров, тех людей, которые отвечают на основную массу вопросов. И в этом смысле мы поручение президента выполняем как СМИ, как агентство «Минск Новости». Проект традиционно кроссмедийный. Он будет выходить на всех площадках агентства «Минск Новости». Слушайте «Районы за главными» на радио «Минск» 92.4 FM. Ульяна Ярмоленко, Диана Глебович, агентство «Минск Новости».